Хей, гайс, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Howling Kings. Жук-король. Так, что у нас сейчас... Ну, быстрее сказать, что у меня сейчас за проблемс. Проблемка у меня тут такая, что... Что? Как там я был? Тут какая-то дорога непонятная. Еще раз стоять. Осмотреть. Автомат для сбора платы с символом лифта. Да, пускай выйдет лифт. Ништяк. Я знаю, что это за место. Я знаю, что это за лифт. Ребятки. Это лифт на локацию новую. Ну, не на новую, а на старую сказать. Которая у нас была закрыта вот здесь. Теперь у нас есть тут проход. Здорово. Ага, мне только вниз, да? Я слышу, как максимум это троих. Бум. Да блин, я теперь путал все кнопки. Придется теперь две хилки тратить. Хаефно. Ой, еф, ну так, там кусок маски я вижу. Кусочек маски. Это не кусок маски, это какая-то сфера. Что за сфера? И вообще, чего она может быть? Это вот я не знаю. Дневники я тоже не понимаю, как открыть и посмотреть. Куда я мог знать? Безопасная скамейка. Рыцарь отсюда ушел, как я понял. Все, сохраняемся. Карта у нас заполнилась немножко. Так, теперь у нас даже два пути еще есть. Там в центрике, как вы видите. Блин, жалко, что тут мышки нету. Пойди, я ж купил вот этот значок, чтобы ставить красную. Чтобы ставить эти значки. Маячки-значки. Что-то нифига, походу. Ладно, не суть. А нет, я не тупой, я вижу там чешуйки, а это, скорее всего, босс. Я не тупой, я понимаю, что это, скорее всего, босс. Так, показано, что здесь что-то да есть. Или имеется в виду вот этот проход? Он закрыт. Ну что, давайте тогда попытаемся... Нет, не вниз. Попытаемся пойти все-таки убить тогда того босса, потом мы еще пойдем к богомолу. К трем богомолам, потому что там их сидела не одна, а две, даже три. А там посередине, двое по бокам. Здесь у нас босс.
Видно по тишине и по мертвым телам и по чешуйке на земле. Что, нет? А, я ошибаюсь. Ох, как камень с души. А, они сейчас с самонаводкой. Да ё-моё, ты надоел. Вот зараза. Чё, ты был не боссом? Ты издеваешься? А, подождите, журнал я подобрал, имеется в виду это, да? И кто ты был у нас? Искатель душ. Понятно. Я думал, босс, я подумал, о, неужели что-то прикольное? Ну, не, обломитесь. Обломитесь, как говорится. Святилище душ. Еще такая музыка, знаете. Тынь! Так, стоять. Это лифт, куда-то наверх. Мне он сейчас не нужен. Какая-то странная херовина. Так, там, как обычно, закрыто. Так, вот это... Призрачные места такие. Призрачные места. Да-да-да. Что я открыл? Сверху двери? Осмотреть. Запись Абба. Нам Рансу до сих пор ограничен. Как нам порвать сдерживающие путы? Возможно ли достичь совершенства фокуса? Так, я вижу наверху креслице какое-то. Это, скорее всего... Может, это тоже будет связано с боссом. У меня все почему-то сейчас действия связаны с боссом. И мысли. Ох, нет. Эй, слушай. Так, ладно, я... А, нет! Нет, 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 нет! Теперь мне нужно идти в самый низ. Самый-самый-самый-самый низ. Идти за душой. Но я зато уже все открыл, поэтому. Меньше мороки будет. Так, подожди, святилище душ.
Нужно сразу его убить без таких проблем. Фу-фу. Это тоже такой не из легких на самом деле. Вы хотите сказать, что моя душа где-то там? Ага, Каев. Только не говорите, что... А, вот где моя душа. Вон моя душа летает. Ууу, классно. А как мне ее теперь достать там? Что, посрать тогда на босса, бежим сразу туда, да? Ладно, босс не такой уж сильный на самом-то деле. Готово. Ой, мои души зато забрал. Я себе обратно хотя бы. Текс. Не, чувак, ты вот, конечно, молодец тоже, я понимаю. Но ты знаешь, как это, вот эти огоньки бесят меня? Очень бесят. Окей. Прикол, прикол. Вот такой вот вот прикол. Мы поехали наверх. Понятная сила. Как ты меня бесишь? Как мне отбивать эту атаку?
Мне сейчас жопа горит от этой атаки. Мне просто сейчас жопа горит от этой ихней атаки. Ладно, я понимал бы, если бы это были бы обычные атаки, но то, что они еще самонаводящиеся, ёбаный. Вот что это? Куда мне бежать? Я еще наверх могу полезть, там кажется. Залезть могу еще наверх, кажется. Это типа призраков, что ли? Похоже на призраков, но это не точно. Искатель заклинаний. Не главное появляется непонятно откуда. Это тоже, знаете, такой моментик очень серьезный. Хотя бы фул хп. Ебучие боссы. А что это за херь? Вот что вон летит? Думаете, я не вижу? Мастер душ. А? Ага. Ага. Блин, я забываю прыгать. Ох. А я что-то получил. Еще одна? Вторая фаза?
Окей. Значит, будем добивать его до конца. А, все? Ему нужно было один удар всего лишь. О, просвещение. Все, наконец-то я могу ее себе забрать. Не знаю только, что это. Поглощение. Опустошающие пики. Так, удержите вниз, чтобы сотрясать землю могучим сильным ударом. Вау. Вау. Неужели... Извините. Два босса, нихера себе. Так, здесь я еще не был, поэтому сначала нужно попасть туда, куда мне надо. Мани, мани из кармани. Да хера денег на самом деле. Так, ладно, отхилюсь. Поднимусь наверх. Пойму, что здесь нихера, и спущусь вниз. На одну ячейку вниз. Печать Холостена. Наверх, наверх. Так, туда мне нужно тоже как-то попасть. А, тут и тут закрыто. И тут закрыто тоже. Значит, нужно идти там, где дверь открыл, да? Или нет? Не, вот это прикольно, конечно. Так, а блин, что мне энергию нужно тратить, чтобы сломать стекло? Призраки. Так, я там вижу моего друга. Ну что мне делать тогда? Я в какой-то степени здесь в ловушке, получается. Да? Кажись на то. Или тут есть выход? На драконий членик союзаю. Я не понимаю, куда идти. Шимики заблудился. Ой, я потерялся.
Да, но она ну, тратит энергию, не, но не очень так сильно. Не, это понятное дело, что я здесь заблудился. Что я даже не могу понять. Ах ты ж, ё-моё. Вон оно что. Вы что, тут бесконечные? Не понимаю. Привет. Бум-бум-бум. Да, вот это еще тогда нужно будет... Ты иди ты в сраку. Не до призрака. По идее, эти алтари как бесконечные, что ли? Или нет? Или нет? Еще один босс. Так, все, можно идти на выход. Не посрать, я еду на выход. Досудос. До свидания. Ох. Да, два босса мы сегодня с вами сразили. Нам нужно пойти еще там, где... Почему я метки не могу ставить, ничего не могу. Нам нужно пойти сходить туда, где еще есть такой. Видите, мини-проходик. Сходить в самый низ с левой стороны. И в правую потом сторону. Это будет следующая серия. А так как вы видите, у нас было святилище душ. Поэтому всем спасибо за просмотр. Хотя дайте кассетку прочтем. Извините, что разминулись. Если собьешься с пути. А, ну короче, то же самое, как и обычно. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.